Так. Пофиг. Всем привет. Всем будем играть хоррор рек. Да. Не знаю. Страшно это игра или нет. Ну, роликов давно не было просто. Часто я каждый день выпускал, но сейчас. Мне просто, честно, не хотелось. Так. Охренительное управление. Так, головой есть мы. Так. Я знаю, здесь призрак. Попалась. А что надо, как сделать ты? Призрак пойман, да? Я дебил, да? Вы меня за дебил выставили, да? Хотите так сказать, да? Я умнее этой игры. Давай, как снять это мне? Сейчас меня могут убить. И сейчас могут убить. Почему мне не дают? Наконец-то. Ну давай, вот он. Засасывай. Блин, где-то вот тут поблизости. Это что такое? Нога человека. Дверь. По-моему, здесь дверь не открывается, да? Открывается. Кей или гей? Фака, мазафака. Да, вот это было неожиданно. Так, хватит нажимать. Да ладно, дверь. А вот за цели. Вот дерьмо. Ай, год я взял. Почему какая-то алкашина накуренная качается? Дверь закрыта. По-моему, тут за поворот. Есть призрак. Я взял. Ну, если вопрос, он берет души, типа, или... Смотрите. Фака. Голова появляется тоже. Так, дверь это закрой. Закрой. Я видел. Вы видели голову за бочки? Она здесь такая уть. Типа. Выключи, выключи ко мне. Включаем. Ты бери же этот ключ. Мне что-то не очень нравится. Эксит.
Выход в дверь, который под полом. По-моему, на который... Что за хрень происходит? Ключ сюда за двери, тут последний призрак был. По-моему, можно выходить, да, из этого места. Я очень надеюсь, что сейчас ничего не будет. Да, мы вышли из этой локации теперь. Психушку мы, так сказать, прошли, да? Сейчас кладбище. Да. Подождите. Иду возьму, что схаваю. Да. Как страшно. Вот это я. Мне страшно. А я сегодня еще выпущена на ролик. Что-то мне страшно. Пес. Фак. Да я на самом деле сделал поддельные эмоции. Ну, мне страшно. Смотреть на вот. Она что, она хотела отсосать? Смотрите, когда я включаю, ну что у нас, как будто он в икре лежит. Меня убила стена? Ладно, на этом закончим. Это реально негодная игрушка.